правильной треугольной пирамиде SABC точка М середина ребра AB. S вершина. Известно, что BC равна 3. Ну, мы с вами видим, что это правильная пирамида, поэтому мы отвлечемся от чтения задачи и поставим, что если в основании правильной пирамиды лежит равносторонний треугольник, то все стороны по 3. Читаем задачу дальше. Площадь боковой поверхности пирамиды равна 45. Найти длину отрезка SM. Мы с вами сразу отрезок SM обозначим через x, чтобы у нас не было больших вычислений. Итак, из чего состоит S боковое? S боковое – это 3S треугольник. 3S треугольника, S боковая 45. Поэтому S треугольника – это 45 деленное на 3. То есть S треугольника – это 15. Далее, площадь треугольника считается по формуле А умноженное на H и поделенное на 2. Значит, подставляем наши величины. 15 равняется основание у нас 3, высота у нас x и деленное на 2. Получаем обычное уравнение. Можем подставить единицу и пошли решать его крестиком. 15 умножить на 2 – это 30, равняется 3х, отсюда х равен 10. То есть